Добро пожаловать на канал Лёха Гонщик. Продолжаем наши покатушки в сетевую игру Need for Speed. Прокачиваем наш рейтинг. Посмотрим, что будут за соперники. Так, переходим к первой гонке. Первый заезд, тачка легенды. Нормально, вроде 4 человека. Сейчас посмотрим, смогут ли они навязать мне борьбу. Или же я смогу навязать мне борьбу. Вот, тубикорот. Вот этого чувака я знаю, у него очень высокий рейтинг. По-моему, за 700. С ним, конечно, придется сложно. Очень сложно. Ах ты! Да, все, наверное, в этой гонке тубикороту не обогнать. Так я, более того, я еще третий. Надо бы второго догнать успеть. Так, ну погнали. Погнали за вторым. Догоняем. Ах-то опять трафик, да что ж такое, прям на траектории. Что-то гонка не задалась с самого начала. Что-то эта гонка не задалась с самого начала. Ну что ж, основная интрига данного заезда. Смогу ли я догнать второго? Потому что первый, я так понимаю, улетел уже очень далеко. Да и второй, в принципе, тоже. Его уже не видно. Так, что-то я мимо промазал, мимо поворота. Ух ты, я уже и четвертый. Ребята, я пролетаю. Серьезно пролетаю. Ух ты! Мне тут, конечно, хорош притер на ламборджини, чувачок. Давай, давай, закись, закись, догоняй! Догоняй! Блин, скоро финиш. Слушайте, походу я вообще в пролете. В кои-то веки подключились достойные соперники. Да, я только третий. Я только третий. Так, пора собраться. Посмотрим, что за рейтинги у чувачков. Тубикорот — это очень высокий рейтинг, я помню. С ним вообще тяжело будет соперничать. А, ну и Спидхантер. В общем, два чувака, у которых рейтинг выше, чем у меня, гораздо. Ну, интересно, интересно, посмотрим, смогу ли я навязать им борьбу. Пока я третий. Так, переходим к следующему заезду. Два. На пределе. Ну что, интересно. Смогу ли я навязать борьбу ребятам, у которых рейтинг гораздо больше, чем у меня? Интересно. В кои-то веки подключились серьезные соперники. Так, тут... Это тубикорот Ёж опять на первом месте. Да. Слушайте, в поворотах он тоже неплох. Так, тут очень резкий заворот есть. Вписались. Хорош. Давай, закись. В погоню за ежиком. Ежик, по ходу трассы все наизусть знает. Ну, конечно, с таким рейтингом еще бы и не знать. А я вот опять убрался. Слишком рано поворачивать начал. Так, блин, ну где же? Где же? Так, я третий. Я третий. Так, Спидхантер пока позади. Основной мой конкурент в этом турнире, я так понимаю, будет Спидхантер, с которым у нас развернется борьба за вторую позицию в чемпионате. Потому что тубикорота тяжело выиграть. Может быть, в одной гонке максимум удастся это сделать. Но поборемся, все равно поборемся. Переходим на вторую позицию. Продолжаем прессинговать. Ух, трафик! Самый неподходящий момент появляется. Так, резкий поворот. Есть, это, по-моему, финишная уже должна быть. А нет, еще полтора километра ехать. Еще ехать полтора километра. Так, так, от второго оторвались немножко, первого так и не видно. Первого так и не видно. А вот он и финиш. Да, он уже доехал, доехал. Ну, неплохо, неплохо. Ух ты, вы смотрите, я на первом месте, оказывается. Тубикорот убрался, что ли? Или что? Или вышел? Непонятно. Сейчас посмотрим. Нет, он только на третьем месте. Вот это дела. Он только на третьем месте? Как так получилось, я не понял. Он не туда уехал, что ли? Ну ладно, интересно. Интрига в чемпионате обостряется. Смотрите, мы вдвоем на первом месте. У нас одинаковое количество очков. Вот. Продолжаем. Переходим к следующему заезду. Номер 3.
Ничего интересного. Ну, посмотрим, так ли это будет на самом деле. Так, спидхантер. Ах ты, спидхантер. Так, я на третьей позиции. Надо догонять. Надо догонять. Так, ах! Ух ты, хорош, он меня в стену затащил. Блин. Давай, 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 по внутренней. Отлично, закись. Отлично, по внутренней прошел. Ух ты! Это было больно. Да, плотно мы боремся с ним за вторую позицию. Так, теперь я его припечатаю немножко, нормально. Так, выходим на вторую позицию. Дрифт, дрифт, давайте, уходим. Уходим на дрифте. Так, оторвались. Оторвались от спидхантера. Ну, спидхантера рейтинг высокий, но с ним можно соперничать. Вполне можно соперничать. Если я еду без ошибок, то он ничего не может мне противопоставить. Опять я врезался. Так, ну чё, какой я? Второй, отлично. Спидхантер, похоже, тоже там же попал в эту же заварушку. Да, тупик-корот, конечно, отрывается. Вон он очень далеко. Он уже в двух шпильках от меня. Конечно, без ошибок бы ехал, был бы гораздо поближе. Можно было побороться на финише где-нибудь. В надежде на то, что он тоже где-нибудь врежется. Ну, что такое? Все, финиш. Что снова, снова я, как говорится, на второй позиции. Тубикорота не удалось обогнать. Ну, ладно, он трассы, видимо, совсем уж наизусть выучил. Очень много ездил. Но главное, что я спидхантера смог обогнать. И, я так понимаю, вторая позиция за мной должна укрепиться в турнире. Сейчас посмотрим турнирную таблицу. Кто там на каком месте. Да, Тубикорот на первом, спидхантер третий. В чемпионате я на втором, Тубикорот на первом. Ну, в принципе, если я сейчас выиграю, то можно зацепиться и за победу, но будет, конечно, очень тяжело. Давайте посмотрим. Так, переходим к следующей гонке. Не своей тарелки. Заезд номер 4. Не своей тарелки. Борьба в турнире накаляется. Так, ух ты, меня тут уже еще до старта притерли. Интересно. Ух ты, сколько народу. Вот это борьба. Сколько народу. Ну так, посмотрим. Так. И спидхантер выходит на первое место. Вот это борьба. Тубикорот с первой. Так, давай по внутренней, по внутренней. Так, смог. Он, походу, с рулем едет. У него более плавно получается. Без руля, конечно, не так просто на джойстике. Ну ничего. Попробуем, попробуем навязать борьбу, так сказать. Попрессингуем, подействуем на нервы. Подействуем на нервы. Гляди, он и уберется. Нет, вы посмотрите, объезжает, объезжает. Это я чуть не убрался. А он четко объехал весь трафик. Давай, закись добавим. Ускоримся. Так, хорош, хорош. Пошел, пошел дрифт. Так, теперь здесь. Давай, давай, давай. Блин, уходит, уходит. Но главное, я на втором месте. Кто-то там меня догоняет. Третья меня догоняет. Ух ты, блин. Как же так? Чуть не убрался. Блин, что-то не получилось у меня этот поворот пройти последний. Так, ну ладно. Чуть-чуть оторвался. Третьего. Первый, конечно, в отрыве, в серьезном. Так. Ах ты, блин. Не туда, мимо поворота. Поздно заметил, что поворачивать надо. Так, я на третьем месте. Меня обогнали. Так, кто меня обогнал? Сейчас посмотрим. Надо ехать без ошибок, чтобы его к финишу-то догнать. Нет, я ошибаюсь. Ну, ну, ну. Что ж такие ошибки-то допускаю? Давай, давай, ускоряемся. Ускоряемся в погоне за вторым местом.
Ускоряйся, давай. Догоняем. Так, главное, чтобы трафик не помешался. Это спидхантер. Спидхантер на втором месте. Но мы его догоняем. Все, сожрали. Сожрали. Отрываемся. Отрываемся. Тут серия резких поворотов. Отлично. И последний поворот. Сложный поворот. Давай. Оставили закиси специально на финиш. Есть. Фух. Все-таки второе место смог отвоевать. Да, и новый личный рекорд еще снял на трассе. Нормально, да, пришлось, конечно, попотеть. Ну что, переходим к последнему заезду. Мертвый штиль. Так, в турнире у нас Тоби Корот на первом. Я на втором, Спидхантер на третьем. Так, заключительный заезд. Мертвый штиль. Так, я первый. Стартую до тачку, конечно, хорошо, я подушатал. Отрываемся. Уходим. Уходим. Блин, как же он так ускоряется быстро. Вроде бы Заки с самого начала нажал. Наверное, на ручной коробке едет. Ну да, если на руле, то на ручной коробке, конечно, быстрее, наверное, будет ускорение. Ну, посмотрим. Оп, отлично. Вот это было очень четко. Так. Это было очень четко. Вообще прохождение поворота. Давай, закись. Ускоряемся. Ускоряемся. Здесь сейчас будет сложный поворот. Ай-яй-яй-яй. Главное в стену не уехать. Да, вот здесь вот затяжная дуга и закись. Слушайте, первый опять уехал. Да, с Тоби Коротом, конечно, очень тяжело соперничать. А нет, вы смотрите, он что-то, что-то с ним случилось. Он куда-то врезался, походу. Точно. Так, я первый. А нет, да, первый. Я первый. Я первый. Блин, Тоби Корот прессингует. Очень мощно прессингует. Давай, закись, закись. Уходим. 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 Слушайте, он прямо у меня на хвосте. Он у меня на хвосте. Ах! Давай, 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 затягивай. Хорош. Отрываемся. Слушайте, вот это борьба. Он реально у меня на хвосте. Там, походу, круговые. Ай, здесь трафик. Ну как же так? Да куда ж ты выехал, чувак? Но я все равно первый. Я все равно первый. А тут круговой, смотрите. Блин, мешается круговой. Это жесть. Давай, давай, финишная прямая. Последний круг. Последний круг пошел. Я пока на первом месте. Так, уходим. Давай, 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 на закисе. Блин, ух ты, тут круговые мешаются. Едва не убрался. Так. Ну вообще, таксисты просто какая-то жесть поперек дороги. Так, я пока первый. Я первый. Есть! Смог я его обогнать все-таки в одной гонке. Нет, даже в двух гонках смог обогнать чувачка с рейтингом 769. Да, но в чемпионате я все равно на втором месте остаюсь. Спидхантер, походу, третьим останется. Интересно. Интересный чемпионат. Интересный. Да нет, смотрите, тут какой-то Расмонт еще вписался в борьбу. Странно. А, Спидхантер просто вышел. Понятно, сошел. Понял, что без вариантов. Сайклоник на третьем месте. Ну что, переходим к награждению. Награды. Третье место. Митсубиси. Расмонт. Да,
И два Порше на первом месте. Я на второй позиции. И Тубикорот первый. Вот он, ежик. Ну, всем спасибо за внимание. Надеюсь, понравился турнирчик. Довольно-таки плотно было. Подписывайтесь на канал. И ждите новых видео. Всем пока.